Лучшие рыболовы-спортсмены России соревновались на акватории Волгоградского водохранилища. Места там уловистые, водятся практически все рыбы бассейна Волги. По правилам соревнований к зачету принимались жерех, судак, голавль, ясь, берж и окунь. Рельеф водоема крайне интересный для ловли хищника. Несильные течения с большими перепадами глубин. Организаторы соревнований отвели большой сектор для ловли. 4 километра в длину и 3 в ширину. Тренировки начались за неделю до старта соревнований. 78 спортсменов изучили рельеф, нашли свою рыбу. У команды Мордовии это получилось лучше всего. Акцент сделали на окуне. Рыбу пришлось искать в течение всей недели, то есть разрешены тренировки. Это с понедельника по пятницу, 5 официальных дней. То есть в течение всех дней мы этот водоем полностью исколесили, хотя там условия для ходьбы были очень плохие. Нас снег, вода под льдом. Но пришлось поискать. В итоге мы рыбу нашли. Мы ее нашли на тренировках, подобрали к ней ключик. И на соревнованиях у нас все сложилось удачно со стартовым номером. И мы на своем месте свою рыбу ловили 2 тура. Практически спокойно, без борьбы, бесконтактной. Это позволило нам занять 1-е место. Нашу республику представляли Дмитрий Савинов, Тарас Марков и Игорь Якушев. Победа на Кубке России позволила им выполнить норматив мастера спорта. На 2-м месте команда из Челябинска, на 3-м – саратовцы. В личном зачете лучшим блеснильщиком России стал наш земляк Тарас Марков. За 2 дня соревнований он поймал более 15 килограммов рыбы. Это порядка 400 окуньков. Вячеслав Кузьменко, Народные новости.